Проигрыватель виниловых пластинок PL450. Производился для Европы, поэтому питание у него 220 вольт. Никаких понижающих трансформаторов не надо. В комплекте игла тип ТП4 тип. Это очень хорошая иголочка. Состояние у нее великолепное. Состояние самого проигрывателя тоже хорошее. Петли, крышки, все целое. Пасик новый. Вот. Аппарат, скажем так, пасикового привода не для супермеломанов, а для начинающих виниловодов. Надежен. Слипмат мягонький. Ну, начнем, как говорится, воспроизведение нашей любимой мелодии. Ой, мама, блю. Мэми. Выводим зацепление. Поднимаем тонар. Запускаем проигрыватель. Выводим на первый трек. И ставим. И начинается мелодия. Две скорости воспроизведения 33-45. Сейчас 33, а сейчас 45. Да, аппарат полуавтоматический. В конце воспроизведения пластинки тонарм автоматически поднимается, возвращается на базу и выключается. Это я продемонстрирую. Левый канал, стерео, правый канал. Закрыли, пластинку сняли, закрыли, и можно
хоть год его не слушать. Но лучше слушать каждый день. Получать неизгладимые впечатления от воспроизведения виниловых пластинок. Это аналоговый звук. Это красота. Все.